Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. У нас сегодня буквально эпическое событие. Впервые в экотехнопарке SkyWay, что возле Мариной горки, на полностью завершенной путевой структуре проводятся полноценные испытания, опять же, полностью готового подвижного состава, в данном случае речь идет о юнибайке. И о том, что испытывается, что проверяется сегодня, мы попросим рассказать начальника конструкторского бюро шасси Сергея Владимировича Сосиновича. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Подтвердите или опровергните, или уточните мои слова. Действительно, сегодня мы здесь проводим натурное испытание разработанного нами транспортного средства Unibike в реальных условиях по определению максимальных тягово-динамических характеристик транспортного средства, сопоставление его с расчетными какими-то данными уже в реальных условиях экотехнопарка. Проверяем на двух типах трассы, в том числе параллельно отрабатываем цикл движения по легкой и провисающей закольцованной структуре. Кроме того, мы отрабатывали движение транспортного средства на подъеме, на провисающей уже структуре. Максимальную скорость, рабочую максимальную скорость, которая позволяет не превысить требуемые параметры эргономические для пассажиров. Прежде всего, это вертикальное ускорение. Проверяем контролируемый спуск, опять же, на провисающей структуре. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, и самое интересное у вас всегда будет впереди, как сейчас. Киножурнал окончен, начинается кино. Наслаждайтесь. Строй SkyWay. Спасай планету. Как видите, наш суперсовременный квадрокоптер не успевал за юнибайком, превысившим расчетную скорость для участка 800 метров и разогнавшимся в день съемок до 102 км в час.